Привет! Привет! В прошлом видео мы получали посылку и открывали ее. А сейчас Лизонька будет все показывать Роме. Интересно посмотреть на Ромину реакцию? Да. Давай. Как будем давать Роме? Рома будет закрывать глаза? Угу. Ты закрывай глаза и подставляй руки тогда. Прям высыпай. Да. Не подписывай, Рома. Все. Таракашки. Ужас. Что ты меня подвигаешь? Ну, вот сюда поближе. Они же искусственные. Прикинь, такие живые. Давай другое. Доставай второе. Это вот сюда убираем потом. Прикольные штуки? Нет. Почему? Тебе не нравится? Ужасные. Закрывай. Прикольные. Да. Ну просто ставь. Пум. Давай. Все. Все. Открывай. Что это такое? Открывай. Банку открывай. Конфета. Узнаешь? Ну давай. Там очень туго, я еле открыла. Ну давай, открывай. Точно открывается? Да. Совсем. Ой, знаешь, как я открывала, было прикольно. Еще и таракан вылетел. Это мы его туда спрятали. Да. Там еще и рожица, как смайлик. Ты не увидела, что ли, сразу? Нет? Так. Пошли. Давай. Следующая. Это штука страшная. Да прикольно. Пугать сегодня будет только. Ну такая посылка прикольная. Открывай. Точно. Да ладно. На. Что делать? Ну что это? Ты не знаешь, что ли? Ух ты! Пердышка. Никогда не видел, да? Нет. Лиза, садись. Она наполняется. Ужас. Лиза так прыгнула, что аж камера задрожала. Прикольная штука. Придумал же кто-то. Ага. Только зачем? Для розыгрыша. И последняя. Надо было мне сказать встань, а потом садись. А, ну да, точно. А ты бы сказал, я не сяду, вдруг там кнопка. Открывай. Ух ты. Спиннер. Мы все-таки купили спиннер. Мы его заказали давно еще, я же думал, не придет. Ну вот только сейчас пришел. Да, долго шла посылка. Открой. У меня пальцы кривые. Больно. Какие у тебя не кривые, сынок, пальцы. Какой ты спиннер сделал? Разве можно такими кривыми пальцами что-то сделать? Крути. Он долго крутится. Да, и быстро. Вау. И даже на носу можно, на носе. Нет. На носе. Ты на своем, ну или на столе попробуй. На столе попробуй. Я же говорю, пальцы кривые. Не, ну ты себя поставь. Ух ты, он двигается, он двигается. Да, я тоже так делаю. Мне вот эта штука понравилась вообще. Давайте еще сегодня вечером папа с работы придет, надо его тоже так напугать, давай. Страшно. Все, Лиза теперь будет прыгать на подушке. На подушке пердушки. Лиз, тебе какая больше всего понравилась игрушка? Вот это. Почему? Пугалка? И мне тоже. Ова. Я тебе, Ром. Мне? Да. Таракан. Почему? Они страшные. И пугающие. Ребята, а вам что больше понравилось? Пугалка? Тараканы? Подушка-пердушка? Или спиннер? Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока!
Пока. Пока.